Всем привет из Алании, понедельник, 8 марта, 17 часов 22 минуты, друзья. И прямо вот на этом месте закончилось у меня видео. Я показывал рынок ВОБА, и овощи, и фрукты, немножко по вещам мы прошлись и пришли сюда. И вот на этом месте я закончил то видео, оно уже на канале. Кому интересно, посмотрите отель Монте-Карло. Будем мы сейчас к морю. По этой тропинке шли к морю, возможно, те, кто в Обастар отдыхал, в Авена, Блю Вейв. Кто катался на этих горках, привет вам. Всех с праздником, представительниц прекрасного пола нашего, 8 марта. Кто бы как его там не фантазировал по поводу его появления, какие-то каждый год все более немыслимые версии возникновения этого праздника. Но я думаю, что для многих людей, как и для меня, он был днем весны, прежде всего, днем всех женщин. Ничего там плохого нет. И многие его отмечают, причем во многих странах. Здесь вот они уже пооткрывались, вот видите. Уже можно приходить, кто сейчас отдыхает в Аджаре. Допустим, возле Камал здесь они находятся. И отель Хризантем. Отель Хризантем. Привет всем. Где-то числа 10 апреля, возможно, он откроется. Потом я точно все скажу, когда буду что-то знать. Камал здесь, друзья. Камал здесь. Просто он ненадолго вышел. Камал здесь. Опять же, Камал появится через 2-3 недельки. В общем, он уже будет здесь. Работает здесь кафешки. Кафешки у нас пооткрывались. Выходим мы сейчас к Буковкам. Смотрим на море. Солнечно, тепло, не жарко, не холодно. Сейчас хорошая, комфортная погода. Машина едет то ли в Белоруссию, а то ли... Сейчас поближе увижу. Флажок остановился, нет, не Белоруссия. Казахстан, нет, не Казахстан, блин. Это я вообще слепой стал. Что так медленно все едут, не могу понять. Что так медленно все едут, а? Переходить надо, они так медленно все едут. А, Азербайджан. По цифрам, по расположению немножко похож на белорусский номер. Германия, вот поехал Пежо. Азербайджан. Ой, как морем пахнет, здорово. Туи. Кого-то повез автобус. Туристов, возможно, каких-то. Ох, какой байк классный. Я не могу его не заснять, конечно же. Бомба. Красавчик. Шикарный. Настоящий байкер приехал. Нам всем. Тут что-то строят, я уже показывал. Даже не знаю, что тут будет. Но вот прямо они масштабно так с замахом аж лавочки засыпали. Апельсинка, привет. Надеюсь, ты не пострадаешь от их действий. Па, еще все не вижу, что я давно на Клеопатру, блин, не попадал. Как вам показать, сейчас оттуда посмотрим, что они там накопали. Пока вроде ничего не происходит, просто накопали. Я в шортах. По ощущениям сейчас, ну, 27 где-то точно есть. В принципе, нормальная такая погодка. Легкий свеженький ветерочек. Такой легкий. Такой вот. Возможно, это Green Garden продлевает свой пляж. Возможно, какой-то другой отель строит пляж свой. Ко мне они вот засыпали. Здесь вот что-то тоже прям будет чуть ли не до буквок. Вы видите, как они. Ha ha ha!
постараюсь сделать к сезону, но в течение там 2-3 недели постараюсь сделать видео, где расскажу, ну, что я считаю с моей позиции, что нужно посетить в Алании. Вчера задали мне такой вопрос, человек телефон даже просил. Люди, у меня, еще раз, кто не знает, люди, у меня нет вообще с этого смартфона, блин. Так что какой может быть, вот мой телефон, и я вообще ненавижу телефоны, я не общаюсь ни с кем, люди, поэтому, ну, я постоянно это говорю, что вы поймите просто, даже вот теоретически, логически поразмышляйте, да, вот если бы я со всеми общался, вы представляете, какой у меня круг знакомств, да, из моей жизни, как бы, то есть это уже тысячи человек, которые периодически с утра до вечера каждый бы мне звонил, каждый день спрашивал, как дела там, что-то узнавал о Турции, еще что-то, то есть я бы вместо съемок я бы сидел с утра до вечера, общался со своими друзьями, да, и, ну, пока не оказался бы в канаве где-нибудь на улице просто, потому что нечем бы было квартиру оплатить. Ну, то есть, это что касается друзей, а что касается зрителей, а вас-то еще больше. Вы сами понимаете, что невозможно так с кем-то пообщаться, с кем-то не пообщаться, кому-то ответить, кому-то не ответить. Ну, по возможности там иногда отвечаю, как бы, но в принципе, я ж вам не могу ничего советовать, я не связан ни с квартирами, ни с арендами, ни с отелями, ни там, где я был, отели, я показываю честное свое впечатление. Районы, где, которые мне нравятся, я показываю, как бы, ну, то есть, поймите меня правильно, что общаться я просто не могу ни с кем. Blue Wave, что-то столько ленточек навязали, чем ближе к открытию, на нем навязали, прям столько ленточек не было. А может и было столько ленточек, может я внимания не обращал. Ну что, довести вас до ананаса, наша любимая котейки, ананасихи. Окей. Экстремалка, блин, да? Ты экстремал? Тебе надо поесть, Дань? Да? Сейчас. Смотри, собака идет. О, я, кстати, только сейчас понял. Ни одного боксера ни разу не видел. У меня собачка была боксер. Смотрим на море, люди. Котейка так не вовремя вылезла наверх, собаки шли прям в обе стороны сразу. Она, бедная, наверное, назад убежала вниз. Только вылезла. Блин, я пока еду достал, ее вот реально уже не видно. А, она там, он по крыше бродит. Ну, как мартышка по деревьям передвигается легко-то. Удовольствие. Да? Идем дальше. Ананас ждет. Ананас тоже любит вот этот вискас. 1+ на нем написано. И даже этот холодец, этот желез с кусочками мяса, он не ест почему-то, а вот вискас всегда ест. Красивое море.
кто-то узнает пляжи, где он купался. Там вот Big Blue я уже проходил здесь вчера или позавчера, показывал на пляже Big Blue. Стоят лежаки. Я не знаю, работает ли отель. Стоят лежаки, работает пляж. Или Big Blue. Свежий ветерочек такой вот. Я в кофте в легкой, в расстегнутой. Не знаю, мне бы в футболке сейчас было немножко некомфортно. А так, в принципе, смотрю, много людей ходят в футболках, даже местных. Пляж Big Blue. Сидят люди немножко. Два или три столика в ресторанчике пляжном. И сразу предупреждаю, не смотрите на его градусник. Здесь электронное табло. Он даже сейчас, наверное, 17 покажет. Сейчас посмотрим. Он еще в прошлом. Да, я же сказал, 18 градусов он сейчас показывает. Нормально. Люди в футболках ходят, он показывает плюс 18. Лучше бы они его выключили, ну или починили бы. То есть он с октября месяца, когда еще тридцатник был, он уже показывал плюс 17. Ну в пределах там, может, плюс-минус 2 градуса меняется иногда на нем. Так что не смотрите на этот термометр, он обманывает градусов на 8, на 9. В среднем, так прикиньте. У нас котик, наверное, сидит, загорает на солнце сейчас. Было классно. Не знаю даже, что мне в голову стукнет. Может, я сейчас сяду на автобус да поеду на Клеопатру. Все может быть, потому что я непредсказуем. Хотя время уже не вряд ли. 6 часов все-таки нет смысла. Тут тоже вот что-то перекопали, что-то готовят, копают, ну, 15-й пляж, что-то, видимо, будут делать к сезону. Ну, месяц еще есть до начала сезона, можно сказать, потому что где-то, я думаю, 10 апреля уже можно будет сказать о том, что сезон начался. Остановились на зебре, пропустили. Осторожно переходите, потому что я знаю, есть такие люди, которые вот видят зеленый свет, и они смотрят или себе под ноги, или прямо куда-то бегут на машины, не смотрят. То есть они знают, что если зеленый, все остановились. Или если они идут по зебре, все остановились. Ну, на светофорах здесь, да, останавливаются, конечно же, но тоже будьте внимательны. Мало ли. А на зебре здесь останавливаются, блин, ну я не знаю, ну процентов, так с натяжкой, если сказать, 20, 30 из 100. Не больше, останавливаются на зебре. Остальные просто едут, поэтому понятно, что если вы будете идти и не смотреть на машины, идти по зебре, то вполне возможно, что зебру вы больше не увидите. Это печально, конечно, будет. Так, смотрим. Что-то спортсменов нет, так тепло, а спортсменов мало на поле на этом. Где наш... Наша ананасиха. Итак, отель «Ананас». В том году он не работал, получается. Что в этом году, опять же, я не знаю. Смотрим, где наш ананас.
Люди вон на стульчиках. Что-то я не вижу ананаса. Я, получается, в пятницу последний раз видел. Я вечером шел, я налил ему молочка тут. Ванны. А вот он, ну ананасик на месте. На месте, красавчик. Красавица, вернее. Это ж ты? Привет. Да. Привет. Как дела? Закрывает. Смотрите, какая она экстремалка, как она лежит. А? На краю. Смотри, вот твой вискас любимый. Вот это вот еду она еще есть. Мужчина приносит всегда, не знаю, что за это. Ананасик, мокрую еду я тебе даже не предлагаю, я знаю, что ты ее что-то вот не хочешь. А это ж ты будешь. Да? Да. Сейчас на столбик тебя наложу. Все, друзья, такая большая прогулка получилась. Мы 20 минут с вами почти прошли от отеля Монте-Карло, кто не видел. Спасибо за ваши лайки. Привет от ананасика. Да? С 8 марта тебя, ананасиха. Ну что же, мадам? Дама, дама. Залазь, я тебе сюда. Опа, давай. Сейчас еды тебе сюда насыплю. С 8 марта тебя, красавица наша.